Сейчас мы покажем, как подключается приложение Atoll Mobile Logistic, работает с терминалом сбора данных PDON 6000 через GPRS. Для того, чтобы это все работало на маршрутизаторе, сначала мы делаем настройки проброса портов. То есть у нас обращение по внешнему IP-адресу по порту 6000 перенаправляется на внутренний IP-адрес терминала сбора данных. Далее мы на терминале сбора данных запускаем приложение Atoll Mobile Logistic. Заходим в настройки. Вот, обмен. И вводим IP-адрес нашего хоста. Далее запускаем конфигурацию. На компьютере, на хосте запускается тест драйвера, тест терминала сбора данных. Выбирается протокол TCP/IP, порт 6000 по умолчанию. На терминале сбора данных выбираем обмен данными. Вот у нас перешло в режим ожидания. Дальше из теста драйвера мы загружаем из терминала сбора данных, загружаем таблицу. Вот пошла загрузка данных. Работа идет через GPRS обратно. Оборудование тестировалось через сим-карту оператора МТС. Wi-Fi на терминале сбора данных выключен. Только фон телефона.